Скажи, скоро сестрёна будет. Скажи, сестрёна. Да, сестрёна будет у тебя? Хорошенькая. Мама подписчикам не скажет, какую сестрёну она присмотрела. Thank you.
что то, что там в этой земле, в каком бы сказать, если они просто вязаные кусочки, клетки, а зимой я их одеваю, то, что они тепленькие еще. И то, что я же не просто на голову ношу, как сейчас одеваю, там еще погодочки снизу теплые. Только что встала, а Юля здесь заплакала. Это батюшка наша гостя. Там хоть не тесно, но стараюсь. Я не знаю, зачем ты понимаешь. Заказываю тоже на Алиэкспресс. Я, может, накоплю себе клетку, которую я буду делать. Так, Юлечка у нас одета, готова, вот такие красавицы. Только у нас волосики дымом стоят. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал с Юлечкой. Пишите комментарии. Всем пока. Сразу скажу, что Юлю я буду также любить. Я ее сейчас люблю, я ее буду так же любить, потому что это моя кукла, я ее очень сильно долго ждала, она ехала 36 дней, даже это не запомнилось у меня. И рождение дня 12 апреля, так что я все помню. 2015 года! Ой, 24 года.
что? Всем пока-пока-пока. Thank you.